как бы сейчас... Она сегодня очень разговорчива. Сфотографирует и расскажет про стенд Де Дитрих. А почему нет? Я говорю, почему мы все время технарей мучаем? Журнал Men's Health. Расскажите, пожалуйста, о вашем новом оборудовании. Что вы предлагаете? Yes. Мы хотим, чтобы ты рассказал о новинке на вашем стенде представленной. А, да, она не особо уж новинка, конечно. Ты должен был сказать, да? Ну, про геотермальный тепловой насос, да? Да, 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 да. Расскажите про новинку. Ну, что здесь интересного? Ну да, здесь у нас геотермальный тепловой насос. Это самая мощная модель на 27 киловатт. Вообще модели есть от 5 киловатт. Модели самой большой мощности. Вот сейчас мы его откроем. Внутри. Модели до 15 киловатт. Они снабжены внутри, помимо компрессорной основной части теплового насоса, еще насосом, модулирующим геотермального контура, и насосом контуром отопления. Uh-huh. А две самые большие модели, 19 кВт и 27, они насоса внутри не имеют, потому что уже большая мощность, им надо подбирать согласно гидравлике. Ну, по конструкции здесь интересен он чем. Такая же концепция, как бы удобство монтажа и компоновки, как и в котлах Де Дитрих, здесь везде видна. Есть кабельное подключение высоковольтное, там кабель канала встроенный, чтобы сзади делать электроподключение для датчиков. Вся электрическая часть здесь в боксе находится. И очень большая, видно, шумоизоляция. Такой, наверное, ни у кого нет. Причем она такая многослойная. И корпус, еще внутренний корпус, вот такой огромный кожух. И сам компрессор, он на антивибрационных вставках, поэтому даже вот такой мощности компрессор, он шумит, как конденсационный котел, может быть, даже меньше. Хотя это самая большая установка на 27 киловатт. Это самая именно большая модель, получается. Самая большая модель, да, 27 киловатт, но максимальная ее мощность, на самом деле, даже 33, но для этого нужно, чтобы был очень низкотемпературный график в системе отопления, 30-35, и температура в геотермальном контуре 10+7. Это особо недостижимо, поэтому пишется честно мощность там 27 киловатт, более реальная. Ну, а по конструкции здесь очень удобно и интересно то, что полностью фреоновый контур заизолирован, заправлен, готов к работе. По сути, здесь для того, чтобы его запустить в работу, достаточно знаний и навыков по монтажу системы отопления. Подключение к геоконтуру, подача обратно. Подбираем правильный насос, рассчитываем геоконтур и подключаем к системе отопления. Тоже подача и обратка. Все. Этот контур полностью заправлен и готов к работе. Панель управления, как у газового котла, тот же D-Matic System, как на всех котлах Де Дитрих. Также можно подключить к нему смесительный контур отопления, прямой, ГВС, погодозависимое регулирование. Это тоже все встроено. Можно закаскадировать их, несколько установок вместе. И модели, которые до 15 кВт, они имеют оба насоса модулирующих и диаконтуры системы отопления и переключающий клапан отопления ГВС внутри. Да, вот этим тоже очень сильно по компоновке отличаются от многих других тепловых насосов. Потому что это больше, чем компрессоры, два блока конденсатора-испарителя. Это уже полностью готовая установка, которая и диаконтуром управляет все системы отопления. И дополнительным источником тепла тоже, что важно. Либо теном, либо электрическим катком, или дизельным, или на пропане, чтобы можно было совместную работу настроить. Ну, как бы спасибо, что рассказал. Мне просто нравится вот всегда вот эта ваша компактность, простота. Раз, 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 ты буквально рассказывая все, разобрал, показал. Ну, как и в котлах, в принципе, везде все. Ну, спасибо большое за рассказ.